Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня обзорчик на очередного интересного героя. Как видите, он уже у нас на таблеточке. Это у нас будет Афинка. Вот такая вот сборочка. 30-й прорыв. Поставим ей ПД-шку. Проклятый доспех. Почему проклятый доспех? Потому что герой очень много дамажит и очень сильно сливается. Плюс у нас ремка на максималку включена. Плюс победный, в общем, это имба, ребят. И ставим сюда еще панчбокса. Сейчас затестим в рейде, но сразу говорю, в рейде это немножко не то будет для этого героя, потому что там сольют смотрители очень быстро. Ну и у нас, по сути, дефа особого нет. У нас чисто атака, скажем так, неплохая атака. Если будет отражалка, она нам уже не страшна. Как видите, статки довольно-таки неплохие, под 50 тысяч атаки у нас, жизни у нас миллион где-то 100 с копейками. Чем герой хорош? Заряжает дружественных героев, много наносит дамага, сейчас покажу. Вот каждых 0,2 секунды в течение 5 секунд, это 5 на 5, 25 выстрелов по 310% каждый. 7 дружественных героев увеличивает скорость атаки на 65 на 6 секунд. Также восстанавливает 55% энергии. Вот так вот, имеет иммунитет к молчанию и... И хрен его знает, неважно. В общем, поехали. Что у нас по созвездиям? Вот такая вот сборка, не особо мудреная, я не заморачивался. Поехали, начнем с рейда. Не знаю, на кого мы там попадем сейчас. На кого-то по-любому попадем. Итак, пошла жара. Смотрителя у нас нет, смотрим. Ну, видите, атакует полностью все. То есть, на этом все закончилось. Блин, по привычке всегда резаю, может там уже и так сразу нападать. Вот посмотрите, атакует по всей, скажем так, площади дальности атаки, атакует все, как и юнитов, так и героев. Так, нули, ну и что, мы кого-то слили? Да, никого мы не слили. То есть, как видите, дамаг вроде должен быть топовым, но, к сожалению, тридцатка... По сути, ничего не поменяло. И, конечно, тут нас тоже сейчас могут разобрать только так. Ну, то есть, вот такие вот дела. Поехали на подземку. Дальше начнем с подземки. Нашей всеми любимой подземочки. Тут опять же аналогичная ситуация, выносит она, как видите, практически все. Вот посмотрите, что она делает. 7 миллионов, нифига себе, ребята, посмотрите на этот дамаг, я офигею. 7 лямов? Да вы что, 25 на 7, сразу же можно умножать. Это нереально жестко. Обалдеть. Ну, мне, по-моему, не показалось, там реально было 7 лямов. А может и показалось. Ну, что-то как-то очень круто. Ну-ка, еще раз давайте зайдем. Блин, ну, это топово уже. 7 лямов. Так, 4, да, ребят? 7 лямов. Вы прикиньте, какой у нее дамаг, если она будет долбить в одну цель. Обалдеть. Просто обалдеть. 150 миллионов дамага может... Ну, она, конечно, это нереально, но в идеале, прикиньте, 150 миллионов дамага за 5 секунд. Это нереально дофига. Герой автопрокер, самое основное, дальник, летающий. Фух. Ладно, в принципе, дальше смысла там где-то ее тестить нету. На подземках, я вам скажу так, она вроде и крутая, но она мешать будет большего. Так, давайте теперь тут попробуем, есть она у нас уже. Let's go. Let's go, baby. Let's go.
Обалдеть. Просто обалдеть. Ну понятно, она тут не затащит уже Фрею. Это нереально круто. Давайте еще разок. Попробую ее вот здесь. Так, смотрим. Мы сейчас ее сбоку будем дамажить. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Обалдеть. Пулемет просто. Это нереально, конечно. Ну, благодаря тому, что она автопрокер, конечно, многое решает. Ну, понятно, тут без вариантов, к сожалению. Поехали сюда. Так, ну тут варианты у нас тоже не ахти. Сейчас Фрейя добежит, она ее просто законтачит. Давайте противосури. Ну, опять же, вот. Это чисто, знаете, такой обалденнейший ПВПшный герой будет. Так, ну тут мы через Фрейю. Махатма. Давайте попробуем еще вариант забежать разок через центр. Нет, тут у нас, к сожалению, ну видите, она не тащит, потому что она не танк. Она чисто, ну, можно собрать ее как танка, попробовать. Пишите в комментах, если хотите, поставим СО там на максимальный деф, попробуем, почему бы и нет. Так, окей. Поехали дальше. Давайте с экспедиции еще посмотрим. Тут тоже будет интересно посмотреть. Ну, она тоже, блин, крутая, крутая девочка. Так, стрелка убрала. Я думаю, тут всех остальных тоже без проблем. Поехали дальше. Так, ну тут, я думаю, нам ничего уже дальше не светит. Почему? Потому что у нас тут будут забирать сейчас энергию, ну, против Фреи. Этот герой явно не потащит. А вот против остальных, блин, дамаг, конечно. 5 секунд и 50% на ура. Ну-ка. Так, тут опять Фрейя. Так, включилась, смотрим. Посмотрите, какая дальность атаки. Просто чудесно. Ну, сейчас, наверное, нас... Не, наверное, а сейчас точно нас уже сольют. Нам энергию не дают набрать. Давайте попробуем где-то сбоку забежать, зацепиться. Вот там тоже такая же. Ух ты. Ну, все. Круто. Однозначно лак. Лак, 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 лак. Так, поехали, ЗБшка. ЗБшка. Ну, что я могу сказать? Мне нравится. Вы пишите в комментах, как вам. Бум-б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 ум. До свидос, ребятушки. До свидания, до свидания. Это просто нереальный герой. Очень круто. То есть тут столько дамага, ребят, в такой сборке. Самое основное, что она не будет на отражалке сливаться. То есть Асура не помеха, там Хрон не помеха. То есть многие герои с огненкой тоже не помеха. Вот это самое основное. Так, Лазуля, Фрейя, но тут нас сольют, к сожалению. И то, видите, Лазуля включился. Если бы Лазуля не включился, шансы были. Ну, хотя против Фрейи вряд ли. Я вам уже показывал, что против Фрейи, ну, ничего я не сделаю. Этот герой, ну, просто нереально. Неубиваемый для... Хотя, в принципе, смотря, конечно, какая сборка, знаете, там... Есть варианты, но опять же.
Они там не особо топовые будут против остальных. А вот этот вариант, он такой, знаете, универсальный более-менее. То есть сзади, если она будет стоять во второй линии, это будет круто. Дамага будет хватать. Так, что тут не могут убить? Что на нем, выживание, что ли? Да, с выживанием. Вот собака. Видите, миссают, не попадают. Сейчас просто сольем. Он не дамажит, вообще фигню дамажит, а вот мы попасть не можем. Казалось бы, да, вот вам. Вот вам пироги. Поехали, Махатма. Против мохнатки. Ой, отлично. Такая же здесь. Смотрим. Обалдеть. Просто обалдеть. Посмотрите, какой дамаг. Ну, давай, тащи. Офигеть. Круто. Круто, круто, круто. Ну, что я могу вам сказать? Вы, в принципе, сами все видите, что герой просто бешеный. Это пулемет, ребят. Реально пулемет. Против огника этого не тащит. Остальных просто на ура. Смотр, стан. Без вариантов. Надо на одну клеточку назад будет поставить. Может, пока они добегут, она хоть кого-то сольет. А то получается очень близко. Блин, эти огники меня уже запарили. Ну, тут, я думаю, мои красавчики. Так, отлично. Ну, тут черепа, думаю, сейчас тоже ушатает. А, о, неплохо, неплохо. Ну, что я могу вам сказать? Ну, череп. Видите, череп включенный. Она не сняла баф. Ну, против огника она бы все равно не справилась. Ну, а так достойно очень. Супер, мне понравился герой. Очень-очень даже неплохо. Все, пишите комменты, что вы думаете, тестировать будем сборочку на деф или нет. Лайки, репостики, как обычно. Всем удачи, всем пока.